Добрый день. Привет. Садись, спрашивай. У меня есть жена Оля. Я бы хотел, чтобы она забыла то, что с нами произошло. Хочешь забрать память у человека? Нет! Вот этот грибок тебе и поможет. Один. Вау! Два. Она огромная! Три. Может, здесь пожить, пока квартиру не снимем? Четыре. Я согласна на все. Пять. Вы мне понравились. Ты и твоя Оля. Мне нравится ее музыка. Я вижу в квартире эти странные вещи. Мне кажется, зря я все это затеял. Я пробил во всем интернет-сервисам. Ничего нет, какой-то квартиры вообще нет. Я не понимаю, что с Олей она себя начала странно вести. Оля! Вы что-то хотели? Оль, ты чего? Ты думал, в сказку попал?